21 по 27 ноября в Астане прошел республиканский чемпионат WorldSkills 2023, на котором участвовали более 500 человек. На торжественном мероприятии чествовали победителей и педагогов, подготовивших студентов из Северо-Казахстанской области. Подробнее расскажет наш корреспондент. Республиканский чемпионат – отличная возможность заявить о себе и продемонстрировать свои навыки. WorldSkills Казахстан проводится с целью популяризации рабочих профессий, повышения статуса и стандарта сертификации по всему миру. С 2015 года студенты колледжа региона принимали участие в национальном чемпионате и занимали призовые места. Данное мероприятие является очень важным, так как каждый участник может показать свои профессиональные навыки, свои профессиональные компетенции, тем самым может заявить о себе на республике, а победа на республике позволяет студентам участвовать на международном конкурсе. Всего в чемпионате представлено 30 номинаций. Сергей Смирнов участвует в конкурсе не в первый раз. В этом году он соревновался в компетенции «Кирпичная кладка». Правило – по готовому чертежу заготовить необходимые детали на станке и собрать конструкцию. С чем конкурсант хорошо справился. Благодаря тому опыту и знаниям, что я получил в колледже, я занял бронзовую медаль. Готовился, в общем, 2 или 3 недели. Там множество компетенций, множество эмоций. Все прошло замечательно, и я даже не ожидал, что займу 3-е место. Получил колоссальные эмоции, а самое главное – опыт. 11 студентов из области заняли призовые места. Они принесли в копилку 2 золотых, 1 бронзовую и 8 медальонов отличия. Победители конкурса примут участие в соревновании, которое пройдет в сентябре 2024 года во Франции, городе Лион. Камиля Хамидуллина, Адиль Нуржанов, служба новостей.